Папа! Я в порядке. Ты видел это? Я чуть не умер. Хорошо, что я этого не сделал. Здесь очень воняет, правда? Я хочу сказать, я только что приехал. Как следовало закончить фильм «Годзилла»? Привет, я еще жив. Как хорошо. Я так испугалась. Слушай, я должен кое-что сказать тебе. Ведь я ответственный муж. Беги из города, здесь гигантские монстры! Они направились прямо к городу убивать людей! Уходи, пока не поздно! Ты же не хочешь, чтобы я ждала тебя здесь и убежала первой? Пожалуйста, перестань говорить и просто беги! И возьми нашего сына с собой! Что бы ты ни делала, не оставь его с незнакомым человеком, это просто глупо! Хорошо, я это сделаю! Спасибо, что дал мне знать, пока! Не за что! Высокомерные люди думают, что природа находится под их контролем, а не наоборот. Позвольте им бороться. Вы уверены, что мы ничего не можем сделать? Позвольте им бороться. Может, сбросить атомную бомбу на них, пока они не дошли до крупных городов? Позвольте им бороться. Может, лишить их возможности питаться? Позвольте им бороться. Вы просто хотите увидеть, как они дерутся, не так ли? Позвольте им бороться. Итак, в Сан-Франциско есть 5 кайдзю. Мы объединили наши воспоминания, и мы готовы бороться. Правой! Хорошо, ребята, давайте сделаем это. Опасно! Бомба. Все кончено. Мы сделали это. Лодка едет с бомбой. И все в безопасности. Нет никакого способа, чтобы лодка отплыла достаточно далеко до момента взрыва. Мы все Да! Я так волновалась, но теперь все в порядке. Прямой эфир. Спаситель города. Вы будете поражены, дамы и господа. Тем, что сейчас смотрите на величайшего героя, который... Что? ...существовал на этой великой земле. Мы спасены! Конечно, когда Годзилла разрушает половину города и убивает неостановимую угрозу, чтобы спасти мир, все радуются. Но когда я это делаю, каждый раз все... Супермен все еще завидует. Ты же как есть. Ты куда, Годзилла? Ты убила тех ужасных существ, потому что хотела размножаться. Знаете, кто еще хотел размножиться за счет человечества? Зод. Вот так. Годзилла! Да! Скажи мое имя. Ты действительно Годзилла. Мы вернулись. Спасибо за ожидание. Как следовало закончить фильм, возвращается. Ждите больше видео от нас и многое другое. Заходите на Facebook. Там много интересного. И лайкнув, вы не пропустите ничего. Первое видео действительно крутое. Ссылки в описании. Эй, Форд, вы никогда не думали о том, сколько раз мы пересекались с этими гигантскими существами? Вы как магнит для мегамонстров.